Квартира для дочери. Первая недвижимость в Белгороде от жилищного кооператива Best Way. Я рада, потому что я, считаю, вступила в взрослую жизнь. Плечом к плечу. Веревочный курс для директоров Life is Good в Ленинградской области. Мы настолько все познакомились и подружились, что стали родными людьми. Балтийский форум и директорский бал на Кипре. Расскажем детали предстоящих мероприятий. Это Life is Good News. Все подробности прямо сейчас. В Белгороде по программе жилищной кооперации Best Way куплена первая недвижимость. Пайщица кооператива Светлана Гордеева приобрела однокомнатную квартиру для своей младшей дочери. Елизавета недавно закончила институт, устроилась на хорошую работу, и теперь у нее созданы все условия для начала самостоятельной жизни. Я рада, потому что я, считаю, вступила в взрослую жизнь. Для молодых людей, очень маленький платеж за эту квартиру. Я могу сама за нее платить. То же самое, могли бы снимать люди, а это уже платить за свою квартиру. Квартира для Елизаветы была куплена на вторичном рынке жилья. Ее общая площадь 37 квадратных метров. Дом расположен в новом, экологически чистом районе города. Отлично развитая инфраструктура, рядом ботанический сад. Мне хочется кричать и докричаться до жителей нашего белого города и других регионов, что есть сегодня вот такая программа. Эта программа актуальна как для молодежи, как для взрослого поколения, которые хотят приобрести жилье для своих детей, для своих внуков. Кто-то хочет расшириться, поэтому сегодня это самый выгодный и безопасный способ приобретения жилья. Светлана Гордеева на личном примере смогла оценить все преимущества социально значимой программы от ЖК Best Way. Теперь вместе с коллегами она активно помогает населению в решении жилищных вопросов. Это профессионалы, которые на российском рынке продвигают программу жилищного кооператива Best Way. Вот это белгородская команда. Далее отправляемся в Ленинградскую область за 35 километров от Санкт-Петербурга. 29 июля здесь, в живописном месте посреди соснового леса, был организован веревочный курс для лидеров Life is Good. В тимбилдинге приняли участие 86 директоров холдинга от 6-го карьерного уровня. Это вообще уникальная возможность. Я и стремилась именно к веревочному курсу закрыть именно этот директорский 6-й уровень. Я вижу рост не только в себе, в моей команде. Это уверенность, мышление, опять же, фокус, концентрация. Занятия с директорами проводили опытные инструкторы, профессионалы своего дела. В основу курса легли уникальные авторские методики, основанные на многолетнем опыте организации командообразующих тренингов. Для команды есть общее задание. Как правило, это из пункта А в пункт Б. Есть некие ограничения. Эти ограничения наложены таким образом, что команде необходимо договориться, необходимо выработать стратегию и прийти к достигнутой цели. Во время выполнения происходит сплочение, доверие, умение слышать друг друга, договариваться. Для участников веревочного курса организаторы подготовили задания разной степени сложности. Всего в течение дня директора выполнили более 20 упражнений. В такой среде открываются новые способности, развиваются мышление и концентрация, повышается физическая выносливость. Я думаю, что это связано только с физической нагрузкой, с физическими упражнениями. Но в процессе самого вот этого тимбилдинга, в процессе самой вот этой игры командной, приходит понимание, как эти знания переносить на общение с людьми, на работу со структурой, с командой. Самое главное наша работа – это работа в большой сплоченной команде. Сегодня я работала в команде с людьми, которых я раньше не знала. И мы настолько все познакомились и подружились, что стали родными людьми. На днях стартует одно из главных событий в жизни холдинга – Балтийский форум в Санкт-Петербурге. В этом году он пройдет с 9 по 11 августа. Подготовительные работы уже завершены, стали известны подробности предстоящего мероприятия. 9 августа накануне форума состоится традиционная игра «Что, где, когда». Местом ее проведения станет Летний дворец в Петергофе. Главным арбитром интеллектуального соревнования выступит легендарный знаток Александр Друзь, а ведущим вечера приглашен знаменитый шоумен, резидент Comedy Club Павел Воля. 10 августа в рамках деловой части Балтийского форума будет проведен однодневный обучающий курс официального партнера Life is Good Андреаса Винса. Дорогие друзья, мы погрузимся с вами в интригующий мир продажи. Вы получите массу шикарных профессиональных
суперинструментов по продаже ваших продуктов. Я от всей души благодарен господину Роману Василенко, его советникам и директорам за возможность иметь вот такое общение вместе с вами, за возможность работать в нашем академиям вместе. Поэтому до встречи, дорогие друзья, всего вам самого доброго. Санкт-Петербург! 11 августа начнет свою работу конвенция топ-лидеров холдинга. В том числе отдельным пулом на сцене выступят молодые директора компании, участники корпоративного движения «Миллионер до 35». Также состоится панельная дискуссия по актуальным вопросам деятельности холдинга. Завершением делового дня станет выступление президента «Life is Good» Романа Василенко. А в рамках культурной программы запланирована гала-вечеринка с участием известного музыканта, автора и исполнителя Андрея Алексина. Кроме того, ведется активная подготовка к директорскому балу холдинга. Он пройдет 3 и 4 ноября на Кипре. Предусмотрены деловая и культурно-развлекательная части. На середину августа намечен старт продажи билетов. Они будут двух видов. Для сотрудников Life is Good на бизнес-часть и директорский бал, а также для гостей, которые смогут посетить только бал. Гостями праздника станут известные российские и зарубежные исполнители. В их числе Томас Андерс, Эдвин Мартен, Диджей Слон, Вера Брежнева, резиденты Comedy Club Екатерина Варнава и шоумен, актер, певец Александр Рева. На этом наш выпуск завершен. Это были новости Life is Good News. Жизнь прекрасна. Будьте с нами!